на территории района вот строится и вводится в стадии строительства 8 детских дошкольных учреждений. Это ввелись в городке Боровляны, в городке Ратомка. Сегодня вот ввели городок Колодище, следующий объект в Копишек и остальные объекты к концу года это Хатежина, Сенница, Михановича и Мачулище. Вот еще 4 садика, где во всех регионах, кроме Боровлянской зоны, мы закроем на сегодняшний день потребность в детских дошкольных учреждениях на 100%. У нас на территории Колчанского сельского совета работают 3 садика, но это на территории Колчанского сельского совета первый трехэтажный большой сад на 230 мест. Потребность такая была, есть. Строятся новостройки, у нас многоэтажек очень много приезжающих. Деток. Конечно, нужен детский сад. Очень важно. Мы ждали его очень долго. Он замечательно красивый. Мы смотрим на все строительство с дома, с окошка нашего дома. И все ждем, когда уже наконец мы сможем сюда ходить. Здесь и площадки, и по правилам дорожного движения детки могут обучаться. И МЧС-площадка есть тоже. Правила безопасности – это очень важно. А вот для двигательной активности, развития детей, и футбольное поле шикарное, и различные спортивные, и стадион, и тренажеры, и площадка. То есть сад отвечает всем требованиям. Никто не ожидал, что будет такой шикарный сад в Колодищах.